Ивановские наркополицейские объединили свои усилия с сотрудниками УФСИН и провели совместную спецоперацию по пресечению каналов поставки наркотических средств на территории исправительных колоний области. В итоге из незаконного оборота была изъята крупная партия героина. Сверток с наркотиком предполагаемые преступники хранили в автомобильной покрышке, недалеко от проходной одной из исправительных колоний. Общая масса изъятого героина составила 350 граммов, что соответствует 35 тысячам разовых доз. Кроме того, в ходе проверки оперативной информации наркополицейским удалось изъять почти 2,5 килограмма марихуаны.